Это взрыватели, да, парни? Взрыватели на этих агит-снарядах настраиваются так, чтобы они сработали в воздухе над территорией, по которой наносится удар. Ну, если можно так сказать, удар. Внутри там листовки вот такие. И задачи кого-то уничтожить нет, когда заряжаются такие снаряды. Вот в эту артиллерийскую установку 120-миллиметровую, которая называется «Гвоздика». Там очень много внутри, несколько тысяч вот таких листовок, и которые содержат инструкцию, как правильно сдаваться в плен. Тут написано: отсоедините магазин от своего оружия, повесьте на левое плечо, поднимите руки над головой, используйте белую ткань, ну и так далее. В общем-то, это инструкция, как не погибнуть при сдаче в плен. А сдача в плен стала уж такой хорошей тенденцией для Мариуполя и тех украинских военных, которые продолжают там оказывать сопротивление. На этот момент в плен сдались уже порядка 1700 военнослужащих украинской армии. Ну вот и все, полетели листовочки. Еще, наверное, в воздухе, но совсем скоро заряд разорвется на территории комбината, и листовки будут опускаться, рассеиваясь на его территории.